здесь я как раз сейчас буду брать волну. Все, вот видите, мы опустились ниже. Система вращается, так красиво. Вот, и все. Я сейчас убираю воздушные тормоза, уменьшаю скорость, во-первых. И... Оп! Убрал воздушные тормоза. И вот, меня поперло вверх восходящим потоком, вот как пулей, тащит вверх. Но зато я теперь смогу, красиво море видно, пройти вот с этой чечевицей. То есть то, что я вам хотел, друзья, показать. Видите, какой я старательный пилот, гид. Попроси, хотите красоты? Вот вам красоты. Я за этой чечевицей давно охотился. Видите, как можно пролететь красиво. Ну, прет, конечно, со страшной силой, но мы щелочку сейчас попробуем. Вот в эту щелочку я скорость увеличиваю. Если бы я хотел высоту набрать, я бы, конечно, сейчас как можно медленнее летел бы. Вот как прет, ну, смотрите. И вот мы сейчас щелочку этого гриба. По ножке гриба идем, а сверху у нас верхушечка. Ну, видите, какая щелочка такая смела. Вот стоить не будем. Ну и смотрите, если хочется высоту набрать, дальше как это выглядит. Ручку на себя. Сейчас мы этот туманчик пробьем. И уже выскочим над этим грибом сверху в зоне сильного восходящего потока. Смотрите, раз. Магия, да? Как говорит мой один ученик, волк, говорит, все эти волны, шмолмы, все это ты, говорит. Ой-ой, смотрите, вода. Вот, кстати, представляете, конденсация произошла на крыле, влага, и она не замерзает, кстати, вот сейчас. Вот это да, удивительно. Высота, ну высота 2800. То есть здесь еще... А вот обледенение пошло. Опа! Схватили обледенение. Так что вот, вот вам пулю ладить в облаках. По передний клапан пошел. Да. Вот, а нам надо сваливать из этой волны уже. Ну, мы понятно, что мы сейчас ручку от себя сунем и сразу же сбросим 100 метров. Вот, и мы, наверное, спустимся по ветру. Попробую спуститься в сторону горы Люр, Плато Валенсоль и так далее. Вот наша чечевичка, которая была, грибочек наш, вот, видите, сколько мы грибочков набрали. Вот снизу такая красивая чашка, не знаю, шапка, как я называю, фуражка. Вот там как раз я люблю хулиганить около этого склона. Есть видео, немножечко пошалить три, оно называется, по-моему, как мы гоняем по этой фуражке. Очень красиво. Под каверы сидите. Thank you.
До дома у нас всего лишь 40 километров. Просто чих, и мы там. И пых. Ну, вот так вот. Балдеем. Супер день. День просто огонь. Огонь! Ну, вот она. Тормозись до 150. Ну, как это выглядит. Это волшебное чувство. Сбрасывай до 110. Возьми 200 метров. Они нам потом не помешают. Потом просто нигде останавливаться больше не будем. Посмотрим, до скольки волна жахнет. Ой, какой кайф. Посмотрите, друзья. Костя сам в восторге, скорее всего. О, ну, самый пик прошли. Самый сок остался чуть сзади. Хотя, нормально. Это магия. Магия. Я сделаю обязательно фильм, где эту магию очень подробно расшифрую. У меня уже такие задумки есть. Прям огонь будет. Эй! Аэродром запасной для нас Аспермонт. Мы как раз ровно над крестом полос чаще всего волна и стоит. Мы сейчас специально в сторону Кости уходит, чтобы не набирать высоту. Нам вниз надо, а нас, видите, прет. Вот так бывает. Хочешь вниз? Только интерцепторы. Вот если бы не интерцепторы, планер был бы самым страшным летательным аппаратом, потому что взлетишь и как приземляться? То есть как приземляться на аппарате, который не хочет вниз лететь? А вот тормоза воздушные выпускаешь. Ух, а если еще и шасси одновременно. Шасси надо не забыть, шасси. Полностью выпущенные воздушные тормоза и интерцепторы. По-другому сниться просто невозможно. И вы видите медленное, но уверенное опускание под облака. Но сейчас нас трясти будет все сильнее и сильнее. Вот сбоку как раз они проходят. Роторное облако какое-то очередное. Как все это шебуршит. Так, вот наш аэродромчик. Ветерочек по полосе, нормально, встречный, сильный. Ого-го-го, какой сильный. Снижаемся. Шасси выпущено, проверяю. И вот я так сейчас захожу, прохожу над аэродромом, осмотрел, что никто нам не мешает. Переставляю закрылок на положение 6. Лендинг ставить не буду. И... заходить сейчас. Подхожу к холму. Интерцептора сейчас убрал. 150 скорость держу. Серло Батинди, Виктор, Даунвинг, Лендинг, Тунорд. И поехали. Нам сейчас солнце будет мешать, конечно, изрядно. Ну, вообще холм не вижу, конечно. Но ничего. Подальше от холма, значит. Раз не видим холм, значит подальше. Ни хрена не видно. Да, ребятки, удивительно. Не классическая будет посадка, буду идти с перелетом большим.
перелетом это надежнее ситуации. Обычно мы поближе к горе держимся, но не сейчас. Сейчас нам очень сильно мешало солнце, я склон вообще не видел. Поэтому я решил от греха подальше развернуться дальше от склона. Ну, ничего страшного, так обычно мы метров на 50-100 ближе.